Глянь, моя милонько, свіплою хвилею стелиться в полі туман. Вот уже 40 лет на экранах мира идет фильм «В бой идут одни старики». 40 лет идет картина, 40 лет мы все радуемся, мы артисты, что вы нас любите. И это правда. Правда? Все нас называют, вот старики пошли. Я должен сразу всех молодых девочек предупредить, что мы не такие уже старики. Вы знаете, когда 10 лет назад картине исполнялось 30 лет, мы не виделись, актеры, мы не знали, кто где находится. И я проснулся вот где-то за неделю до юбилея. Я не знал, как провести этот юбилей. Мне поручили это сделать. И вдруг вот ночью мне стало страшно. Мне стало страшно. Я вспомнил, нет Кузнечика, нет Быкова Леонида Федоровича, нет комполка, который своими кальсонами распугал всех немцев. Вы знаете, кто это такой? Виктор Мирович Ниченко, вот из Нечаянного. Родился и вырос вот здесь, ходил по этим улицам. Нет уже в живых и Макарыча Веселого. И я понял, что люди уходят от того, что не востребованы, что нет работы, нет улыбок, нет ваших аплодисментов. И я на следующий день улетел в Ташкент. Я нашел Ромео и притащил его, он упирался, я его притащил в Киев. Я полетел в Тбилиси, Вано вообще занимался вином. Вот вино Марани покупаете, да? Вот это его завод был. Да, он крутой у нас парень. Когда он приехал, и мы начали выступать, создали программу, которую назвали «Снова в бой идут одни старики», он продал свой завод за бесценок. И сейчас только поет, и правильно делает, и радует вас. Но мы еще долго думали и долго писали, и написали сценарий будущего фильма. Мы долгие годы бьемся над этим фильмом. Но вот эта ситуация, которая сейчас сложилась вот в судьбе нашей страны, я думаю, она и подтолкнула уже, и даже, скажем так, власть обратила внимание, что надо же свое что-то делать. Не только ж мы должны смотреть то, что где-то делается за границей. И мы снимем картину, которая будет называться «Снова в бой идут одни старики». А я вам сейчас спою песню, которая будет звучать в этом фильме. В этом фильме. Если песня вам понравится, вы мне хорошенько поаплодируйте, даже больше, чем оно. Потому что он говорит, я самый талантливый. Он говорит. Договорились? Ну мы же земляки. Но давайте только по делу. Если песня не понравится, можете помахать ручкой или сказать так. Договорились? А если понравится, уж пожалуйста, не пожалейте своих ладошек. Кто-то скажет, что фильм «Старики» уже старый. И артисты давно уже стали седыми. Лейтенант Воробьев возьмет в руки под руку гитару и споет вечной памяти тем, кто навеки остались живыми. Сколько лет пролетело в поющей второй эскадрилье, появляются внуки. Зажав самолетик в руках, гордо скажет малыш в детских битвах, расправивший крылья, а мой дед в роли летчика сбил мессершмитт в «Стариках». Разбросал артистов по фирмам, парламентам, барам. Бравых летчиков Быкова вместе не видно давно. Лейтенант Воробьев берет в руки подругу гитару. Пока жив хоть один, значит, будет сниматься кино. И неведомо, кто вернется живым. Рвемся в небо, не веруем, что друзей сохраним. Друг в атаке прикрыл собой, отвернуть не успел. Это значит последний бой, это значит сгорел. Это значит один из нас не допел, не дожил. Это значит, что в небе ас верно Богу служил. И мужская плеснет слеза, как нам жить без него. И замрет
это просто кино. Наша юность вернется сквозь экраны года. И кузнечик смеется и кричит от винта. И маэстро ворвется верным жестом руки. И приказ остается. Смуглянка и тихонько споет, и уйдет слишком рано в свой последний полет. Вспыхнут в воздухе крылья, две железные руки, во второй эскадрильи в бой идут старики. Снова бой, только голову побелели давно. Были очень мы молоды, это было в кино. До последнего